Внимание всем силам безопасности. Вознесение на уровне G. Повторяю, вознесение на уровне G. Всем свободным подразделениям. Сбор у туннеля номер 2 на уровне H. Так, парни, вы все слышали. Двое со мной, остальным держать оборону. Пошли! Так, я только что узнал, что тоннель номер 2 заблокирован. Отставить, ребята! Мы остаемся здесь и занимаем оборону. Осторожно, вампир! Я только что заглянул к пленнику. Я просто отблагодарил его за смерть Майка во время атаки. Надеюсь, они поджарят этого ублюдка вместе с его подружкой. Не беспокойся. Когда поймают подопытного, настанет и его очередь. Говорят, он следующий на очереди под ультрафиолетовый душ. Мне это нравится. Другого тоже надо бы. Другого? Это которого? Ты знаешь, о ком я. О том, из центра управления. А, этот? Понятия не имею, что босс собирается с ним делать. По мне, так пусть он присоединится к своему приятелю. Я участвовал в атаке на музей Хардинга. Вот черт, а я совсем забыл. Прости, приятель, та еще передряга была. Зато мы по-настоящему разворотили это место. У них лет 100 уйдет на поиск хоть каких-то зацепок. Вот черт, а я совсем забыл. Прости, приятель, та еще передряга была. Если они вообще будут искать... Думаю, копам что-то известно. Или кто-то приплачивает им, чтобы они смотрели в другую сторону. Эй, у меня есть связь с уровнем D. Точно? Дай взглянуть. Вот! Черт, ну и бардак! Эта тварь точно с катушек съехала! Дерьмо. Похоже, мы влипли. Этот ублюдок даже пленных не берет. Надеюсь, они поймают сучонка.
Роза, ты меня слышишь? Где ты? Прячусь в чьей-то комнате и оттуда подключаюсь к системе. Том заперт в камере рядом с тобой. Ты должен освободить его. Конечно, без проблем. Еще кое-что. Ты сейчас в центре службы безопасности. Включи для меня пару компьютеров, чтобы я могла собрать информацию. Я хочу знать, что это за люди и как отсюда выбраться. Я тоже, Роза. Я тоже. Роза, кажется, готова. Отлично. Я просмотрю материалы и дам тебе знать. А я пока взломала и открыла входы. Иди к камерам и освободи Тома. Ладно, я сообщу, когда найду его. Хорошо. Береги себя, Эрик. Объект Вознесения покинул уровень G. Повторяю, объект Вознесения прорвался! Всем свободным подразделениям! В главный зал! Черт, какого... Том все еще был в плену у М-17. Охотников на вампирах. Похоже, я не мог освободить его без Розы. Эрик, ты должен найти и включить терминал системы безопасности. Тогда я смогу открыть камеры. Уже иду. Торопись, Том долго не продержится. Вижу вампира! Тут кто-то прячется! Время идет, Том. Внимание! Объект Вознесения покинул уровень G. Повторяю, объект Вознесения... Том все еще был. Всем свободным подразделениям! В главный зал! Черт, какого... Давай! Ты знаешь, где моя подруга. Торопись, Том долго не продержится. У вас же вампиров есть какая-то телепатическая с... Давай, выкладывай! Так что выкладывай, что ты знаешь! Говори, я сказал! Говори, мразь! Время идет, Том долго не продержится.
Спасибо, что вытащил меня, приятель. Не за что. Роза, я с Томом. У него все в порядке. Возвращаемся к выходу. Эрик, мне еще нужна твоя помощь. Я очень близко к главному офису. Там должны быть другие планы, и они нужны мне для побега. Том должен расчистить дорогу к выходу. Ладно, как скажешь. Тебе точно не нужна помощь, старик? Точно. Пока я неплохо справлялся. Встретимся у выхода. Понял, старик. Еще раз спасибо. Я видел, что эти сволочи сделали с Эйприл. Они вскрыли ее и изучали, а она все это время была в сознании. Я не смогу забыть это дерьмо. Никогда. Черт, старик. Это кошмар. Надеюсь, мне по пути попадется парочка этих ублюдков. Роза, что происходит? Что-то пошло не так, верно? Все очень сложно, Эрик. Я кое-что вычитала в полученных данных, но сейчас это не важно. Поговорим об этом позже. Ты почти у самого штаба. Разве никто не может остановить Вознесение? Вы все настолько бездарны? Мы делаем все возможное, мисс Филдс. Но он слишком хорошо защищен для нашего оружия, а ультрафиолет против него бесполезен. О, эта тварь – плод всех наших исследований. Взять ее, живой или мертвой. Мне плевать, хоть потолок на него обрушьте. Потом как-нибудь откопаем. Эрик? Эрик, выходи. Я уже давно слежу за тобой на экранах. Рада тебя видеть. Надеюсь, тебе уже удалось заполнить некоторые провалы в памяти. Ты помнишь, что работаешь на нас? У тебя было задание. Мы послали тебя внедриться к вампирам и выследить старых вампиров. Ты хорошо справился. И ради этого вы сделали из меня вампира? Мы? Эрик, ты сам согласился? Мы не просто превратили тебя в какого-то вампира. Мы вложили все свои ресурсы, чтобы усилить тебя. Ты – прототип проекта Вознесения. Благодаря твоей помощи, новая версия будет также устойчива к свету и в 1000 раз более сильна. Не похоже, чтобы он собирался вам помогать. Время поджимало, и нам пришлось использовать эту возможность. Эрик, ты один из нас. Помоги остановить Вознесение. Мы всегда хорошо работали вместе. Не слушай ее. Я читала документы. Ты не вызвался добровольцем, чтобы стать вампиром. Тебя просто загнали в ловушку.
Они внесли тебя в черный список! Они хотели убить тебя! Это было не оптимально. Эрик, не слушай ее. Уверена, мы можем... Нет уж, хватит. Ты в моем черном списке. Какая жалость. Охрана, убить его. Потом найдите его подружку и тоже убейте. Эрик, у меня мало времени. Они вот-вот меня вычислят. Я на пути в главный зал. Рядом с тобой есть компьютер. Я ввела в систему вирус, но активировать его должен ты. Сделаю. Да, что происходит? Я не знаю. Наверное, я проглядела какую-нибудь охранную систему.
Эрик, тебе нужно убираться оттуда. Иди через кафетерий обратно в главный зал. Поторопись. Вампир! Запущена процедура самоуничтожения. Пожалуйста, покиньте объект. Запущена процедура самоуничтожения. Пожалуйста, покиньте объект. Кровосос! Внимание! Роза, все в порядке? Пока все хорошо, но это пока. Охрана наступает на пятки, но мне удалось ускользнуть. Эрик, прости. За что? Это не твоя вина. Знаю, но... Черт, мне пора! Запомни, пора убежище, как ты сможешь обойти вирус. Система заряжена. Внимание! Ошибка. Рассредоточиться и найти его! Заряжена. Внимание! Ошибка. Вампир! Система заряжена. Внимание! Пошли, пошли! Найдите его! Внимание! Ошибка системы. Система заряжена. 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 Ошибка системы. Система. Внимание! Ошибка. Системы. Заряжена. Внимание, ошибка системы. Система заряжена. Внимание, ошибка системы. Система заряжена. Внимание! Ошибка. Осторожно. Системы. Система заряжена. Внимание! Ошибка системы. Внимание! Ошибка системы. Система заряжена. Внимание! Ошибка системы. Система заряжена. Внимание! Пошли, пошли! Системы. Найдите его! Система заряжена. Внимание! Ошибка системы. 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 Внимание! Ошибка системы. Система Роза. Заряжена. Роза, ты меня слышишь? Ничего. Я надеялся, что она просто не отвечала и была на пути к выходу. Внимание! Ошибка системы. Система заряжена. Внимание! Ошибка системы. Система заряжена.
И оставалось надеяться, что я хотя бы не наткнусь на Штайнера. Я был в лифте и на пути к выходу. Наверное, как и десятки охотников на вампиров. Солдаты схватили Розу. Я должен вызволить ее. И побыстрее. Роза, все в порядке? Да. Спасибо, Эрик. Нужно убираться отсюда. Легко сказать. Та тварь вряд ли нас выпустит. Все, что я видела и слышала, указывает на его восприимчивость к громким звукам. Еще чуть-чуть, и я смогу передать по динамикам сигнал, способный ему навредить. Похоже, времени у меня мало. Эрик, ты должен отвлечь Штайнера. Я разблокирую для тебя терминал в зале, чтобы ты мог его привлечь. Это даст мне немного времени. Быстрее! Эрик, я разблокировала новый терминал. Пожалуйста, включи его, чтобы отвлечь Штайнера. Эрик, там есть новый терминал. Включи его, чтобы я тоже могла заняться делом. Эрик, там есть новый терминал. Включи его, чтобы я тоже могла заняться делом. Эрик, я разблокировала новый терминал. Пожалуйста, включи его, чтобы отвлечь Штайнера.
Эрик, там есть новый терминал. Включи его, чтобы я тоже могла заняться делом. Саманта. Неужели она еще здесь? Я не мог дать ей уйти. Но это могло обречь Розу на смерть. Хотел ли я этого? Мог ли я это допустить? Я должен был выбрать. Эрик, у нас мало времени. Давай! М-17 пожертвовали мной ради своих целей. Это нельзя оставить безнаказанным. Кто-то должен заплатить. Но я заплатил высокую цену за месть. Стоила ли она этого? В конце концов, подземный комплекс взорвался. Все входы были погребены под грудой камней. Моя судьба была неясна. М-17 полностью уничтожена. Есть ли другие вампиры? Эти вопросы все еще ждут ответов. Эта история наделала в городе слишком много шума. Ребята в форме стали задавать неудобные вопросы. Пришло время искать новый дом. Мне, созданию ночи, спрятаться было нетрудно. В каком-нибудь другом городе я смогу посвятить себя решению главной задачи – выживанию. Мы с Розой сбежали, оставив позади Вознесение и комплекс. Мы успели вовремя. Едва мы выбрались, как раздался взрыв, и все входы завалило тоннами камней. Выжили только мы. Во всяком случае, из числа вампиров. М-17 по-прежнему действовали под руководством своего лидера. Я был уверен, что когда-нибудь мы встретимся снова. Я надеялся на это. Месть так приятна. Нам с Розой больше нечего делать в городе. Ребята в форме стали задавать вопросы. Пора искать новый дом. Нам, созданием ночи, спрятаться было нетрудно. В другом городе мы приступим к решению главной задачи – выживанию.